Константин Эдуардович, завершилось первенство Москвы, детки выступали, ну, со стороны глядя, хорошо. Как специалист, скажите, пожалуйста, общий уровень подготовки детей? Ну, общий уровень, выделяется первая шестерка, вот остальные, конечно, послабее. Ну, первая шестерочка более-менее частотой, исполнением, силовыми данными, она выделяется. Вот, но это всего лишь еще третий разряд, это еще детская гимнастика. А вот дальше у них начинается второй разряд, где есть сложные элементы, связанные со страхом, с риском. И там может быть уже совершенно другой расклад. Вот, ну, из наших ребят хочу отметить Гришу Кораблева. Мальчик смелый, он сегодня, к сожалению, в тройку не вошел. Не хватило умения рискнуть на перекладине. Но у него есть уже хороший задел по второму разряду. Он смелый, сплохнул, ну ничего, бывает, сегодня проиграл, завтра отыграется. Ну, вот, пожалуй, и все, что я могу сказать. Впереди у ребят еще соревнования. Мы какие-то вот, ну, я понимаю, что нехорошо предсказывать что-то там, какие-то планы такие медальные строить, но у нас есть шанс в пятницу? А, да, у нас есть шансы в пятницу побороться и за золотые медали, и не за одну. Мы будем стараться, будем работать на полную катушку, будем рисковать. На какие снаряды обращаем внимание? На все, но вообще в гимнастике два самых снаряда считаются трудными. Это перекладина, это снаряд, где надо рисковать, надо над ней летать, и конь. Это технически очень сложный снаряд. Вот на эти два снаряда вот больше всего я внимание обращаю. Спасибо большое. Завершилось первенство Москвы. Любите соревноваться? Да. А какой любимый снаряд? Ну, наверное, вольные. Кольца. Брусья. Ну, наверное, прыжок. Ты вообще довольна своим выступлением? Да, так, для первого раза, да, думаю, да. Я доволен. Я не очень. А что не получилось? Ну, на перекладине мог сделать лучше и занять какое-то место. Не получилось. Ну, мне не понравилось мое выступление, потому что я упал на брусьях. Так бы я тройку бы вошел. А что любите больше, тренироваться или соревноваться? Тренироваться, да и то, и другое, наверное. Ну да, согласен, то и другое. А мне соревноваться больше нравится. А подскажите, пожалуйста, наверное, у каждого из вас есть гимнаст, на которого вы хотите быть похожим? Никита Нагорный. Алексей Немов. Никита Нагорный. Никита Нагорный. Никита Нагорный побеждает. Мы желаем вам удачи.